почему человек начинает морщить попу там, где морщить попу, смысл женского гигиена. Вот это вот граница нашего выживания. То есть за вот за этой черной линией там человек уже не живет. Там открытый космос без скафандра, там пустыня Сахара без воды, на неделю там пошли закопают в белом солнце пустыни. Это дно моря с испадиной, опять же, без этого без скафандра. Тут у нас свинец залит в глотку, очередь с калашником ручного поршня, тут человек еще раз выключал. Сразу его жизнь прекращается. А зеленый край — это там, где человек может жить, но с некоторыми трудностями. Это, конечно, пустыня Сахара, и там, не знаю, плюс там 50, но вы в этом халате, в этом войку, с этим стюрбаном, в этих там, в сапогах, у вас полтора этой воды, полтора литра воды, ты в фляге ешь, ну, километров 10 по жаричам. Не помрете, но вот тяжеловато. Минус 40, и вам 2 километра по колено в снегу добрести. Опять же, в тулупе, в валенках, ну, в общем, вот. Или как бы в северной народности. Вячеслав какой-то путешественник, он отправился там в Исландию, по-моему, исследовать там крайний север, и он нашел народы, которые там живут. Он там полгода готовился, в общем, вот, закупал продукты и там еду этих собак для серва, а там, в общем, не живут, скорее, выживают. Понятно? То есть здесь человек живет, а здесь вот с трудом, но выживает. А мы с вами находимся в ситуации вот такой. До границы выживания каждый из нас очень далек. Угрозы жизни каждому из нас аналогичны. Там есть, конечно, такой процент, что метеорит на вам упадет именно вам в этом конкретном месте. Но сейчас мы с вами живем сильно проще, сильно легче, чем даже хотя бы 100 лет назад, через 200 лет назад. Потому что там вот 100-200 лет назад то чума, то сифилис, то крестовые походы, то этот барин решил выбрать, в общем, до мяса, в общем, и все. Сейчас захотел пяточку, чайник, 5 минут, у тебя, в общем, полтора литра кипятка. Кто не знает, для того, чтобы вскипятить литру воды, нужно полтора часа его на костре, в общем, полежка. А для этого, что топор в зубы, еще полтора часа, чтобы протащить из леса. В общем, угрозы выживанию для нас с вами в этом мире практически нет. Но в силу там воспитания, там, еще привычек, они считают, что границы выживания находятся в лесу. Что считают? Границы выживания. А? Попомощь. Потом, что если я зайду вот сюда, вот, какой кошмар. Сахар подорожал на 2 рубля. Не сможешь купить полторы тонны. Человек в ситуации, которая не несет никакой угрозы, склонен видеть угрозу своему физическому желанию. И поэтому будет напрягаться. Машенька не посмотрела на меня. Какой кошмар. Пойду записывать. От этого жизнь не зависит. Но у человека, может быть, в силу того, что цели мало. Может быть, в силу того, что ему заняться развлекаться нечем. Он начинает все эти вещи воспринимать настолько близко. Это серия, что граница выживания за 1,5 миллиарда километров придвинулась сказал на 2 миллиметра, какую же новую кошмар разрушить, с этим что-то делать. Если ты понимаешь, если тебя, в общем, тащит ветром на дельтаплане в пасть этого тигра, кого он, ладно, как тут это, начать крыльями махать, то есть так тигра, в общем, отрубить. Вот тут, когда тигр отрубит, играем дальше. Играем дальше. Спасибо огромное нашим папам, мамам, дедушкам, бабушкам. Они создали богатый изобильный мир, в котором мы можем играть, в котором мы можем развлекаться. Еще век назад это было невозможно, даже полвека назад это было невозможно. Если кто не знает, горячий водопровод и канализация появилась в цивилизации в 1950-х годах. До Первой мировой войны канализации не было, горячего водопровода не было. До 30-х годов люди ходили с ведрами на колонке. Да, и тащили его в деревянные бараки. Если кто-то был, тащили, может, вот там и будет жить. Спасибо нашим предкам, они обеспечили мир, в котором мы можем развлекаться. Но некоторые с дуру считают, что мы все еще выживаем. Мы не выживаем. Нет угроз нашему выживанию. А я понимаю, вот ездил в Таиланд, мне там страна очень понравилась. Почему? У них даже на уровне языка, как они относятся. Два факта. Первое. У них в языке нет слова «голод». Вообще. Никак. Лучше не в 5 урожаев год. Если ты проголодался, взял палку, сбил этот банан, ананас, банан, мандарин, съел все замечательно. С тобой
китайском языке нет слова плохо. Вообще. У них есть чуть-чуть хорошо. Всегда тайская страна. Стакан был наполовину пустой, наполовину полный. У нас, к сожалению, Россия в силу таких климатических особенностей она так немного нас упирает, и нашим инфрагентам было тяжело. На лошадях, то, что мы сейчас на автобусе проехали 12 часов, на лошадях они ехали 3 недели, 700 километров, и лучше скорость все эти километры в час, потому что сейчас все дело не проковыляло. Чем мы все говорим? Жизнь для нас сейчас это поле зрения. И чем расслабленнее в одной стороне жизни, тем больше вам идет. Чем пытаясь вы больше пытаетесь, тем, соответственно, вам идет меньше. Потому что